Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Может, ты в духовке? Нет. Я думал, ты в духовке. Так. Здесь ты не мог спрятаться. Может быть, за дверью? Нет. Ага, кто-то? Нет. Ага, ты меня, дурака, за кого держишь? Спрятался он. Думаешь, тебя не видно, что ли? Нормально. Прикиньте, облапошил меня. Ничего себе. Там тебя точно нет. Там тебя тоже нет. Нормально. Может быть, ты здесь? Все, вылазь, я тебя нашел. Ой, хотел засечь время, сколько я тебя найду. И забыл. Ну ладно, ничего. Я тебя долго искал, ты меня хорошенько обманул там. Типа ты спрятался в кровати у меня, да? Подсунул туда подухи. Хитрец. Ну все, теперь моя очередь. Пойдем на кухню, Тай. Теперь моя очередь. Спасибо. Иди ко мне. Ты сидишь здесь? Давай, садись. Не подглядывай. Сиди, Тайщик. Теперь я пойду прятаться. Ты сиди, считай до пяти. Потом пойдешь искать. Все, я побежал. Ты меня нашел? Тайсон, как ты меня нашел? Тайсон, как ты меня нашел? А что тебя искать, скажи? Молодец. 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 Вот такие прятки мы с Тайсоном сыграли. Когда-то в детстве, в молодости, мы во дворе с детворой человек 10 играли так на своем районе. Попробуй там найди во дворе.
Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Топор, топор, сиди как вор, не выглядывая во двор. Пила, пила, лети как стрела. Кто слышал эти фразы в детстве? Кому понравился видос, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Пока-пока. Молодец, Тайсон, быстро меня нашел.